Друзья, ну что ж, всем привет, с вами по-прежнему Лестер, это МТА провинция, друзья, 6-й сервер, как бы ссылка в описании, можете перейти, друзья, по ссылке в описании, скачать и, друзья, играть вместе со мной, потому что, пацаны, я на провинции каждый день, то есть я играю, пацаны, каждый день, так что, как бы, встретить меня, пацаны, на провинции очень легко, а также, как бы, если вы меня встретите, то, пацаны, я вам дам денег на родителей, так что, друзья, залетайте, ссылка в описании. А сегодня, друзья, вышла обнова на провинции и добавили новые машины, пацаны. И, кстати, друзья, машины довольно-таки интересные, так что, друзья, садимся мы в центр и летим. Собственно, нет, стойте, там полиция, так что лучше давайте сядем в М5, потому что если как бы будет погоня, то как бы я смогу хотя бы уйти от погони. Так что, друзья, садимся в М5 и летим в автосалон, друзья, смотреть на новые машины, как бы добавили очень много чего интересного. И, друзья, кстати, я как бы для вас специально поставил такую постнографику, очень приятную на провинции, так что если как бы вам это как бы тоже как бы нравится, то просто влепите лайк. Короче, ну что ж, опа, акула пролетела, нифига себе. Так, друзья, давайте, короче, поедем. И, друзья, не забываем ставить лайки. И как бы найдете, что сейчас в этом ролике прекрасный. Боже мой, я проехал на красном, ну ладно. Ничего страшного, как бы сейчас я остановлюсь хотя бы на этом красном. Так, полиция, салам алейкум, давайте вы меня не трогайте, пожалуйста, потому что я очень хороший человек. Как бы я вас не трогаю, вы меня как бы не трогайте, как бы все честно. Так, ну шо, салам хан муратей. Встанем, братан. Он отъехал. Он, походу, к сожалению, не захотел со мной погонять. Ну ладно, хорошо, друзья. Залетаем прям с ноги в автосалон. Вот так как бы культурно паркуемся. Вот так, пацаны, аккуратненько. Все. М5, блин, очень красиво. Особенно, пацаны, с такой графикой. Она просто шикарная. Так, ну что ж, залетаем. Так, я уже вижу. Я уже вижу новые машины. Ну что ж, давайте, как бы я вообще не знаю, что за машины, пацаны, добавили, но я уже вижу вот это, пацаны. Вот это, как бы, я уже вижу. Гляньте, пацаны, М8. Фары, как бы, вот так работает. Все шикарно. Двери, капот, багажник. Гляньте, уф, какая ля-ля. Прикиньте, как бы ее сделать темно-темно-синий. И, боже мой, уф, какая хорошая, хорошая. Нравится она мне, пацаны, нравится. Так, хорошо. Это мне как бы нравится. Так, с Porsche 911, как бы 11 Turbo S. Окей, что ты такое? Давайте как бы все как бы включим. Вот так как бы откроем багажник, капот. Ну да, неплохой, конечно, у него там мотор. Как мне пацаны сказали, она просто бешеная. И она, по-моему, самая быстрая машина. Но, друзья, как бы она мне нравится. Окей, шикарная машина. Но добавили еще и Audi R8. Гляньте, гляньте, пацаны, Audi R8. Давайте-ка сейчас включим также, пацаны, все. Гляньте, какая она, мать его, шикарная. Вот добавили прикольную машину, базару 0, но я лично жду, друзья, М5-ю, только F10, потому что, как бы, тут есть, это самое, F10, только не F10, как бы, а F11, то есть, это самое, фургон, типа. Вот, также, друзья, как бы, добавили, как я знаю, это самое, блин, где она? Audi R6 была, GLS был, подожди, Carrera была же, Ешка была, вот, C63 купе, пацаны, как бы, еще добавили, как бы, можно ее прикупить, потому что, как бы, она такая прикольная, красивая, как бы, она мне, кстати, нравится. Только, конечно, в стоке у нее диски прям максимально ужасные. Так, ну что, салон максимально проработан, гляньте. Ну, как бы, пацаны, это провинция, как бы, салон просто максимально проработанный. Так, под капотом тоже просто все шикарно, гляньте на эту анаконду, друзья, боже мой. Также, друзья, как я знаю, добавили Теслу, только она не в этом автосалоне. А, блин, зачем мы едем в автосалон, если мы можем, пацаны, поехать на трек и просто арендовать машины? Давайте, как бы, так и сделаем. Сейчас мы, пацаны, поедем на трек, на гоночный, и арендуем, пацаны, все эти машины, и посмотрим, как они вообще управляются, и как бы едут, потому что, друзья, полетели. Так, друзья, гоночная трасса, заезжаем, конечно, ты что? Хорошо, друзья, короче, мы приехали. Давайте, пацаны, пока что починим М5, потому что мне ее жалко. Видите, как бы в таком состоянии. Все, фары работают. Пацаны, вот так культурненько паркуемся. Все, выходим из машины, как бы вырубаем аварийки вот так вот. И все. Теперь, друзья, давайте сперва арендуем что? Я бы хотел покататься на... Давайте, например, на М8. Где она? Вот, BMW M8, как бы полностью стоковая. То есть посмотрим, как она едет, пацаны, в стоке. Так, ну... По внешке она какая... Боже мой. А это как бы полный привод или задний? Подожди. Стой, я не понимаю, это как бы полный привод? А, нет. Или да. Нет, как бы это, к сожалению, полный привод. Блин. Ну, печально, как бы. Я бы хотел, чтобы как бы она была на заднем приводе, но ладно. Давайте, пацаны, замерим 0-100. Как бы там у нас есть вот замер разгона. Тапку в пол, пацаны, нажимаем. Посмотрим, сколько у нее 0-100. 3,50.
Думаю, то, что если мы поставим сюда стейдж, давайте попробуем даже. Было 3.50, по-моему, да? Давай сейчас мы поставим базовый и скорость. Посмотрим сейчас, как она будет валить на стейдж. О, сразу, пацаны, летит. Так, сдавим тапку в пол, смотрим, пацаны, на разгон. 3.02. В принципе, неплохо, пацаны, как бы 3 секунды до 100. Это очень-очень даже хорошо. Что у нас как бы по салону? Давайте посмотрим салон. Сброс настроек. Давайте пацаны так поднимемся. Видимость как бы персонажа убираем. Так, ну салон максимально проработанный. Гляньте. Ну реально, провинция не перестает пацаны просто удивлять. Гляньте на эту, боже мой, прелесть. Окей, летим пацаны дальше, короче. Давайте посмотрим, что у нас там еще добавили. Как бы прокатимся, да? Такс, а Бугатти Широн как бы у меня был, он нам не интересен. Вот она, пацаны, вот же она. Задний привод, надеюсь, да? Да, нет? О, да, задний привод, но она вообще в стоке не валит. Так, давайте сразу же как бы замерим 0-100, посмотрим, что у нас, пацаны, по 0-100 в стоке. Думаю, что будет 4 секунды примерно. Ровно. Я просто угадываю, пацаны, на ходу. Просто шикарно. Ну, в принципе, для стока, пацаны, для цешки, ну, неплохо. Думаю, то, что, как бы, если поставить стейдж, то она просто будет бешеная. Хорошо. Такс. Где у нас 911 Turbo S? Вот это, что ли, по-моему, да? Нет. Это что такое? Боже мой, фу. Такс, подождите. Где у нас новый Porsche? 911. Вот это, что ли? Вроде да. А, нет, как бы это старый, стой, подожди, это не... Так, подожди, где у нас новый Porsche? Подожди, по-моему, вот это, если я не ошибаюсь. Да, это он, точно, пацаны. Ох, нифига она! Она слишком быстрая, друзья! Салон, гляньте, какой салон! Она слишком... Она довольно... Нифига... А, стойте, а сколько, пацаны, максималка? Нифига она валит! 208, 290, почти 300. Так, сколько у нее максималка получается? Она едет? 330, пацаны, максималка в стоке, прикиньте. 330, максималка в стоке. Ну, как бы она стоит 20 лямов. Ну, в принципе, думаю, да, что нормально. А что будет, если мы поставим базовый и скорость? Что произойдет с ней? 255-0-100. Подожди. 255-0-100? 230-0-100. А можно как-то получше, подожди. Давай. Стой, нет, подожди. Подожди. Давай. 239. Офигеть, она очень быстрая. Это... Так, мы ее купим, пацаны, обязательно. Как бы она у меня должна быть. Чисто, пацаны, для погони. Также, друзья, смотрите, что теперь у нас есть. Я не знаю, как бы она новая или нет, но... Это же легендарная машина, она в стоке боком валит, смотрите как. То есть, фары спускаются. Нифига себе. Нифига себе, пацаны, гляньте. Фары поднимаются, спускаются. Офигеть. Провинция реально, пацаны, не перестает нас удивлять. Так что, друзья, ссылка в описании, друзья, как бы на этом у нас все. Как бы, если вам данный, пацаны, ролик понравился, можно влепить лайк. Оформите, пацаны, подписку. А на этом у меня все. Всем, пацаны, удачи и всем пока-пока.